На острове был очень солнечный день, и у всех паровозов было много дел. Гордон был очень взволнован. Доброе утро, Томас. Ты знаешь, почему я так хорошо сегодня выгляжу? Почему? Потому что к нам в гости приедут герцог и герцогиня. И толстяк-инспектор выберет меня, чтобы возить их. Ха! Запыхтел Томас. Сразу после мытья и полировки он поспешил встретить гостей. Но вдруг сигнал направил Гордона на запасные пути. Он был очень взволнован. «Ведь я опоздаю!» – пробормотал он. И тут мимо него промчался огромный паровоз. «Тормоза меня возьми! Кто это?» И Гордон все узнал, когда вернулся в депо. Огромный паровоз тихо гудел. «Кто ты?» «Это Спенсер. Он самый быстрый паровоз в мире». «Ха!» Но на самом деле это впечатлило его. «Я личный паровоз герцога и герцогини. Я вожу их повсюду». «Тихо! Скоро начнется праздник в честь наших гостей на станции Марон. Но ведь это же на холме Гордона». «Тебе понадобится много воды». «У меня достаточно воды», – прошипел Спенсер. И он умчался прочь. «Я просто хотел помочь», – проворчал Гордон. Спенсер показал герцогу и герцогине все красивые места. Но он ни разу не остановился, чтобы набрать больше воды. Гордон и Томас забирали пассажиров, когда Спенсер вдруг промчался мимо, направляясь на праздник. «Не забудь о воде! Она мне не нужна!» «Скоро у него возникнут проблемы», – вздохнул Томас. И они у Спенсера начались. На холме Гордона у него закончилась вода. «Почему я не послушался?» – вздохнул Спенсер. Толстяк-инспектор вскоре узнал обо всем. «Я пошлю Гордона». Когда Гордон приехал, начальник станции уже ждал его. «Ты должен помочь Спенсеру, он застрял на холме». «Поторопись, Гордон», – сказал его машинист. Гордон был очень рад, увидев Спенсера. «Вода закончилась?» – подшучивал он. «Да», – гневно сказал Спенсер. «Видимо, у меня бак протекают». «Возможно», – улыбнулся Гордон. «Но нам все же стоит поторопиться. Все уже ждут нас». Гордон перешел на путь Спенсера и зацепил его. И они отправились в путь. «Видишь, — сказал Гордон, — мы успели вовремя». Но Спенсеру было стыдно. «И что ты теперь думаешь о Спенсере? — прошептал Томас. «Слишком много хвостовства и мало пара». «Молодец, Гордон, — сказал толстяк-инспектор. — Ты самый быстрый паровоз на острове Содор». «Да, я знаю, — пробормотал Гордон. Cheeky one, James is vain, but lots of fun. Percy Bowman.
square.